Доброго времени суток, дорогие друзья и подписчики канала Double Buster. В очередной раз, обожравшись драминой, ко мне пришла идея разобрать самую животрепещущую тему всех времен и народов. Итак, вы, должно быть, знаете, что в социальной сети ВКонтакте, помимо мемесов и, сука, платной музыки, есть еще и вкладка с диалогами. Ну а самые пронырливые наверняка знают, что помимо поля для ввода сообщения, там еще есть и кнопочка, добавляющая смайлики. Разбирать в этом видео всем так полюбившиеся стикеры я не стану. Эта тема вообще для отдельного видоса. Сегодня мы поговорим про наличие в этой вкладке «сука сердечек». А также разберем, какого сука черта эти сука сердечки сука разного цвета и какой смысл они за собой несут. Поехали. Для начала давайте уточним. Всего в ВК есть 17 сердечек. 17. Вы понимаете, да? Это больше, чем у осьминога. У него их, кстати, 3. И даже больше, чем у семьи осьминогов. И каждый из них несет в себе какой-то смысл. В интернете в открытом доступе есть информация только про 14 сердечек. То есть остальные 3 вообще вне закона, засекречены всеми спецслужбами. ГРУ, ЦРУ, МВД, ФСБ, ГРМ, ГБУ, СОЖ номер 14, что, блять? Но я был бы не я, если бы не нарыл про них информацию. Но об этом вы узнаете в конце видео. Итак, давайте пока пройдемся по основным сердечкам, которые между собой отличаются только цветом. Красное сердце. По мнению ГДДК ССВ, что означает группа 12-летних девочек, которые считают себя взрослыми, красное сердце олицетворяет самую настоящую романтику. Они утверждают, что именно красное сердце стало связующим звеном между Ромео и Джульеттой в одноименном рассказе Уильяма Шекспира. Правда, они не знают, кто это такой. Красное сердце является самым популярным из всех представленных в сегодняшнем выпуске. Его используют как взрослые, так и дети, мужчины, женщины, анимешники, все. Следующим на очереди идет желтое сердце. По мнению все тех же персон, желтое сердце обозначает дружбу. Крепкую, хорошую, сильную дружбу. Но это не так. Я бы охарактеризовал его как пропуск во френд-зону. И я сейчас имею в виду не группу для маленьких детей, а в принципе про френд-зону. В связи с чем могу дать вам совет. Если объект вашего обожания присылает вам желтое сердце, то можете смело обоссать ему еб... Да не стоит питать к нему каких-либо чувств, так как этот человек, скорее всего, их не поймет. Далее идет зеленое сердце. Но тут все прям очень просто, ну прям как на светофоре. Зеленый сигнал дает тебе право на проход. Так же и здесь. Зеленое сердце означает предложение начала отношений. То есть тем самым оппонент предлагает вам встречаться. Но отказываться или нет, это уже ваш выбор. Синее сердце. Настоящий оплот похоти и разврата. Синее сердце сравнимо с предложением твоего парня пойти посмотреть к нему кинчик. Да, синее сердце олицетворяет половой акт. Сношение, секс, разврат, похоть, эротику. И завершающим среди цветастых будет, кто бы вы подумали, правильно, фиолетовое сердце. Блять, вы так, наверное, не подумали. Оно означает, что ваш оппонент испытывает к вам пока еще не любовные чувства, а лишь симпатию. А это значит, что вы, скорее всего, просто ему нравитесь. Ну, то есть, как бы еще не любовь, но уже вот, ну, понимаете. Рекурсионное сердце или сердце в сердце в сердце. Этот неоднозначный смайлик указывает на то, что ваш собеседник находится в состоянии психоза, пребывая или общаясь с вами. Попросту говоря, сходит от вас с ума. Если кто-то вдруг присылает вам этот смайл, то постарайтесь себя ограничить в общении с этим человеком. Ничем хорошим это явно не кончится. Как-никак, психи в наше время могут быть очень опасны. Я никогда никого не обманывал на деньги. Туберкулезное сердце или вьетнамское сердце, или сердце со звездочкой. Безусловно, нет ничего хорошего в том, что человек болен той или иной болезнью. Но в данной ситуации этот смайл обозначает отнюдь не недуг, а то, что вы для своего оппонента являетесь целой вселенной. Космосом. Я до конца не уверен, считается ли это оскорблением для людей с лишним весом, но однозначно могу сказать только одно. Используя этот смайл, будьте очень осторожны, ненароком можно и оскорбить человека. Простреленное сердце. С какого-то ляда люди решили, что простреленное сердце, как бы ни казалось по логике, не обозначает конец отношений. А наоборот, они интерпретировали его как то, что вам суждено быть вместе.
Хорошо это или плохо, зависит от определения. Но могу вас заверить, не воспринимайте все смайлики ВКонтакте буквально. Они могут отображать совершенно иную информацию. Разбитое сердце или то, как ты переименуешь свою бывшую ВКонтактах. Тут, наконец-то, люди прислушались к логике и здравому смыслу. И разбитое сердце, как и везде, является концом отношений. Wi-Fi сердце. Уж не знаю, кому это взбрело в голову, но это сердечко обозначает то же самое, что и фиолетовое. Не, ну серьезно, ну сами посмотрите. Сердце – кольца Сатурна. И как бы пафосно я его ни обозвал, данный смайлик несет за собой лишь то, что вы являетесь для собеседника мечтой. То есть вы ему нравитесь, но заполучить вас у него не выйдет. И он это прекрасно понимает. В связи с чем называет вас мечтой? Хотя, как мы все знаем, мечты надо перевоплощать в цели, иначе они не сбудутся. Сердце донора или сердце подарок? Тут все тоже просто. Если вам отправляют данный смайлик, это значит, что по ту сторону сидит какой-то ЧСВшный типок, который без вашего ведома вдруг решил, что вы его подарок. Таким людям рекомендую напомнить, что в нашей стране рабство запрещено и карается законом. Сердце в кубе. Этот смайл обозначает то, что ваш собеседник специально для вас сохранил свое сердце, и что принадлежит оно только вам. И уж не знаю, с чего бы такая щедрость, но на вырученные деньги можно купить порядка 160 новых iPhone 11 Pro Max прямиком из Америки. И завершающая топ сердечек, информация о которых есть в открытом доступе, является просто два розовых сердечка. Ну, одно чуть-чуть поменьше. Этот смайл обозначает то, что ваш собеседник считает себя и вас идиотами и утверждает, что вы влюблены друг в друга. Опять же, как я и говорил раньше, психи очень опасны в наше время. Я никогда никого не обманывала на деньги. Я создала... Пожалуйста, остерегайте их любой ценой. И в конце, как я и обещал, я расскажу вам про три засекреченных сердечка. Информации про них нету нигде. Мне пришлось взломать дазы банных Пентагона, чтобы узнать их тайну. И сейчас я вам все расскажу. Итак, встречайте три претендента на звание самого мистического сердечка ВКонтакте. Черное сердце, оранжевое сердце и сердце с маленьким сердцем снизу. Итак, черное сердце обозначает то, что ваш оппонент желает вам смерти. В открытую. Черное сердце является предметом оккультизма. Еще в 13 веке его использовали ведьмы и колдуны, дабы насылать на своих врагов порчу. Их рисовали зачастую углем на папирусе и отдавали гонцу под строжайшим запретом раскрытия. Письмо надо было передать четко в руки адресату. Иван Грозный, Борис Годунов, Петр II, Петр III, Иоанн VI, Александр I, все они погибли из-за проклятия черного сердца. Ходят легенды, что именно в библиотеке Ивана Грозного хранятся все подлинные рисунки черного сердца. И именно там сосредоточено все зло былой Российской империи. Оранжевое сердце считается сердцем самого дьявола. Отправляя подобный смайл своему товарищу, вы обрекаете его на игру фортуны. Будут ли его ожидать сплошные неудачи, а может он станет самым успешным человеком в городе? Не знает никто. И, наконец, самое мистическое. Сердце с маленьким сердцем снизу. Ходят легенды, что в 2012 году в Москве прямо под офисом Mail.ru Group совершила самоубийство 19-летняя Ксения. Мотивом послужила нежелательная беременность. Денег на аборт не было, и единственным для нее выходом был выход в окно. Отныне сердце с маленьким сердцем снизу является образом той самой девушки, который навеки закрепился в диалогах ВКонтакте. Как появился этот смайл, не знает никто. Мне удалось получить эксклюзивные кадры интервью с главным кодером и хакером всего российского интернета. И вот что он говорит. О, этот смайлик. Ну да. Ужасная история, если это правда. Но я помню тот день прекрасный, это как будто был вчера. Я зашел в контакт, хотел написать своей девушке, и раз я вижу какой-то новый смайл, мне сразу стало интересно, откуда идут корни. И я попытался посмотреть исходный код, но у меня ничего не вышло.
потому что исходный код ведет никуда, его как будто нет ни на каких серверах, просто ни в одной базе данных его нету, и из какого IP-адреса он загружен, тоже неизвестно. И я тогда продолжил рыть интернет в поисках ответа на этот вопрос, но, к сожалению, это так и осталось для меня загадкой. Если честно, я даже не знаю почему, просто он взялся из ниоткуда и был загружен не тем. То есть даже нету прокси следа от этого всего. Складывается ощущение, что этот файл был сгенерирован в сети интернет. И сразу был там, с самого его зарождения. Но этого не может быть. Я перерыл все форумы, и никто не может дать ответа, никто не заливал подобную картинку. Я вам даже больше скажу, ни на одном устройстве нет исходников этой картинки. Эта картинка есть в единственном экземпляре на загруженном интернет, с какого устройства неизвестно. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Надеюсь, вам понравилось это видео, и если это так, то оцените его внизу лайком или дизлайком. Также буду признателен за комментарии и подписку на канал, а также жмякайте на колокольчик. Также не забываем про Инстаграм. Ведь именно там выходят все эксклюзивные кадры со съемок. Все то, что не попало в финальный монтаж. Ну и в целом моя жизнь. Ссылочка на экране и в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся. Когда-нибудь увидимся.